Здравствуйте. Сегодня я обращаюсь на русском, потому что Кубилиус, Эндрюс Кубилиус и я, наша пара, встретила в Европейском парламенте другую пару, Фейгина с Арестовичем, которых, я думаю, все знают и в Литве, и те, которые будут в других государствах нас смотреть. Я Раса Юкнявичене, член Европейского парламента с 2019 года, и буду таким ведущим этой нашей встречи, исторической встречи в Европарламенте под лидерством Эндрюса Кубилиуса, бывшего премьера дважды Литвы, сейчас члена Европарламента. Тут под этой крышей собрались оппозиционные разные группы из России. Не все, конечно, к сожалению, не все и могли приехать, но встретились. И эта встреча наша тут, в этой студии, я думаю, тоже историческая, хотя бы для меня. Спасибо вам большое за то, что вы делаете. Я, знаете, коротко только, вот только что вспомнила. Начало этой войны, в прошлом году, март месяц, у меня встреча в моей деревне с моими там соседами, про политику, про войну, конечно. Я что-то сказала, а одна женщина говорит: Арестович сказал вот так-то. Я так немножко была удивлена, но знаю, что вот и эта женщина, наверное, смотрит сейчас. Вы являетесь такими представителями этого Восточного фронта, настоящего фронта, в котором кровь льется. Мы с Эндрюсом тоже работаем тут, боремся на Западном фронту, который тоже есть. Мнения разные, вы знаете. И про будущее России говорить сейчас. Пока что война не закончилась, пока что кровь льется. И есть мой первый и самый главный вопрос, почему надо говорить про будущее России сегодня уже, а потом уже спрошу, может быть, и других вопросов. Так, Марк Фейгин, слово вам, а потом Алексею Арестовичу. Я думаю, у этого есть несколько причин. Я думаю, одна из них, из важнейших, даже сейчас, пока идет война, мы должны начертить план будущего, так, чтобы сделать Россию предсказуемой, неопасной, России в семье цивилизованных народов. И ровно это нужно начинать прямо сейчас. Это уместный разговор, потому что дальше невозможно будет жить, если мы не предпримем усилий для того, чтобы вся Россия или хотя бы ее часть стала цивилизованной, перестала представлять угрозу для соседей, прежде всего них. Это историческая причина, потому что ведь мы видели, каким был 20 век. И 21 век, начавшись так обнадеживающе, продолжается вот с этим положением, при котором война стала его определяющей характеристикой. Ведь это же надо изменить. Но, Марк, многие думают, что нету никакой альтернативы. Вы понимаете, какая проблема? Что бы мы ни делали, Россия не улетучится, она не исчезнет. Она может подпасть под Китай, ее значительная часть, под его влияние. И мы не знаем, насколько это будет предсказуемо с точки зрения войны и угроз, новых угроз соседям в Европе, Восточной Европе, стран Балтии и так далее. А с другой стороны, ведь в этом 140-миллионном народе все равно остается какая-то часть европеизированная, пусть их 10%, пусть их 20%, может быть больше. Но эти люди заслуживают лучшего будущего. Их же нельзя вот так просто бросить. Причем я вот вам такую вещь скажу. Я сделал себе генетический анализ. Слушайте, у меня есть еврейские корни, ну, понятно, русские корни. У меня есть балтийские корни. У меня есть шведы, у меня есть шотландцы и так далее. У меня есть даже британцы. Вы представляете, мы собрание этнических типов. Разве какая-то часть таких, как я, или подобных мне, заслуживает меньшей участи, худшей участи, чем быть европейцем? Поэтому мы должны заботиться и об этих, пусть их не большинство, мы не знаем точно, но и об этих людях, у них тоже должно быть будущее. Их надо вытащить из этого, в общем, несчастливого состояния сегодня, настоящего. Алексей, это было слово от гражданина России. Да. Вы, я думаю, единственный в этой конференции гражданин Украины,
и такой гражданин, которого многие знают, приехали в эту конференцию. И у меня вопрос такой. По поводу вот той же самой темы, но многие в Литве говорят, что русские – это безнадежный народ. У меня, ну, нелегко мне сказать эти слова, но я думаю, что очень мало кто в Литве, так как я, Кубилюс, верит, что Россия может быть другой. А как вы думаете? Так мы видим сегодня другую Россию. Мы видим Россию, которая сегодня собралась в виде оппозиции, которая помогает украинским беженцам, которая заботится о санкциях, чтобы их вводили против путинского режима, которая требует дать новое вооружение и технику украинской армии, силам обороны. Мы видим другую Россию в лице Легиона Свободы России и Русского добровольческого корпуса, которые сражаются сегодня на территории самой России, освобождая ее от путинского режима. И русские могут быть другими. Он сидит совершенно другой русский. Но скажет вот зритель из Литвы, например, скажет, ну это единицы. Нет, смотрите, могу привести пример. 28 февраля в России 138 тысяч человек вышло на демонстрации против вторжения. Это четвертый день, когда все были уверены, что Путин побеждает. И выход на такую демонстрацию был очень существенным риском, особенно перед лицом того, что все равно это дело проиграно заведомо. Они вышли протестовать. Мы знаем из социологии, что 1% из 100 выходит протестовать, а в случае с Путиным, возможно, и меньше. Но вот если мы умножим, это 138 тысяч, это 1%, это значит 14 миллионов россиян были 28 февраля против войны. Это каждый десятый россиянин, а, наверное, и больше. Мы просто имеем путинский режим, который тотально давит все живое там и сделал террор и ставку на черное, на страх, на торговлю страхом, просто своей политической идеологией и своей политической методологией. Но Россия может быть другой. В России достаточно заменить политическую идею, как бы это ни звучало, и россияне станут другими. Причем большинство россиян. Достаточно сломать пропагандистскую машину, достаточно сказать правду. И здесь я... Могу вам сказать, что из психологии известно, что человек, это Зигмунд Фрейд, который был певцом прошлого, он предпочитал анализировать прошлое. Он говорил, что человек – единственное существо, которое определяется будущим больше, чем прошлым. Будущее меняет прошлое и настоящее сегодняшнее. И если не дать картину привлекательного будущего, где Россия может быть другой, если посадить Россию в черный ящик сегодня, изолировать ее, то из этого ящика вырастет чудовище куда более худшее, чем мы имеем сейчас. И поэтому, это большой ящик? Большое, да. Поэтому нам нужно, чтобы была обратная связь. Мы должны говорить даже с теми, кто одурманен путинской пропагандой сегодня, а не только с теми, про кого говорил Марк, кто точно знает, в чем политическая идея новой России, что как бы, она должна быть цивилизованной стране, в семье братских народов, так сказать, вернуться в мировое разделение труда, в мировую политику, нормальной, здоровой страной. Мы не можем позволить себе оставить. Россия никуда не денется. Это технически невозможно, чтобы она исчезла. Поэтому с ней нужно работать, так как она есть. И мы просто себе не простим. Это было бы верхом личной политической безответственности бросить Россию, изолировать Россию, не заниматься Россией. Но... Для этого, конечно, мы это понимаем, но некоторые будут спрашивать, но самое главное, чтобы Украина победила, что этого режима сокрушили. Конечно. Это такие... Ключом к победе, Мы говорим про еще будущее после этого. Да, ключом к изменению путинского режима, к его слому, является его военный разгром в Украине. Не поражение, а разгром. Здесь нужно сильное лекарство, сильное средство. Одного поражения не хватит. Путин удержится у власти, он должен быть разгромлен. Но здесь нужно понимать еще одну вещь, что, понимаете, как стараюсь поточнее сформулировать, чтобы было просто понятно из психологических дебри на язык понятный людям, которые не профессионалы психологии. В чем есть нюанс? В том, что если человеку, по-простому скажу, есть такая русская пословица. Если человеку говорит свинья, он захрюкает через некоторое время. Если мы постоянно адресуемся к русскому народу, к русским политикам, олигархам, трезвым силовикам и кому угодно, декларируя, что вы безнадежны, то они и начинают верить в себя как безнадежных. Но история России крайне тяжела. Наиболее пострадавшим народом за всю историю России являются даже не соседи России, а сам российский народ и народы России, которые населяют. Это потому что российские режимы, последовательно выбирающие террор, они терроризируют в первую очередь свое население. Но здесь ключевое слово – выбор. Нету предрешенных вещей в истории. Россия не обречена быть тоталитарной.
нету никакого исторического проклятия, я не верю в историческое проклятие, я не верю в тяжелую карму, я верю в выбор. Просто кому-то так выгодно руководить Россией через террор. Но мы знали им другую Россию. Марк был участником демократического парламента российского, которого стрелял Ельцин. Был Александр II благословенный, в конце концов. Была другая Россия, понимаете? Да? И наша задача, чтобы эта другая Россия победила. Надо дать ей шанс. Да, очень верно. Вот как раз передам слово Андрюсу Кубилюсу, который является самым главным организатором. Спасибо, Андрюс, за то, что ты тут сделал. И как раз вот про это. Мы с Андрюсом являемся теми революционерами Литвы, литовскими, которые начали в 88 году, боролись за свободу во время... Советским еще режимом. Да, советским режимом. Да, я голосовала за независимость в 90 году. Это, ну, мне так вот получилось. Андрюс был тоже большим активистом тогда. И мы очень хорошо помним. После так называемых январских событий, когда людей убивали у телевизионной башни, в Москве и в Петербурге на улице вышло около миллиона людей. Протестующих. Протестующих. Конечно. Я выходил. Протестующих против того, что Россия, Советский Союз тогда сделал в Литве. У меня отец был полковником Советской Армии в тот момент, и было очень большое движение среди офицеров, которые резко осудили. Да. Которые вот видите, эти люди были. Да. Я тогда верила, что Россия, наверное, будет не так легко, потому что это побольше государство, дольше было в Советском Союзе, империалистическое прошлое, конечно, даже приходит из царских времен. Но вот Андрюс – это человек, который, может быть, больше меня верит в будущее России, поэтому так и это Андрюс, ну скажи, ну тем, которые вот не верят и даже нас проклинают в Литве, наши, те, которые за нас голосуют, говорят, ну, откуда у вас такая вера, откуда у тебя такая вера? Ну, мы, литовцы, такие практические люди, я бы так сказал. И здесь наверняка Алексей уже очень четко объяснил, почему мы должны верить в другую Россию, в будущее демократической России, потому что это вопрос нашей безопасности. Я всегда говорю, знаете, мы хотим иметь хорошие отношения с Россией. Исторически, если посмотреть, вот и Марк любит историю, я всегда, когда смотрю. Так последний раз, когда у нас были плохие отношения с Россией, и Россия страдала, это было, когда мы посылали Лжедмитрия. О, да. Да, и после этого обычно мы страдали. Нас высылали, нас оккупировали и тому подобное, и тому подобное. Но хорошее отношение с Россией зависит от одного фактора. Станет ли Россия европейским государством, демократическим государством? Ну, история показывает хотя бы с конца 20-го, то есть с середины 20 века, что демократии между собой не воюют. Проблема сегодня на европейском континенте – это то, что Россия, могучая страна на европейском континенте, она является авторитарным, агрессивным, клептократическим режимом. Это создает для всех нас проблемы. Теперь перемены в России могут прийти только через Украину. Через, ну, то, что я называю так уменно, как бы сказать, через фактор Украины. То есть победа Украины, успех Украины, как пример для России. Вот это то, что повлияет наибольше на Украину, на Россию. И где Запад может сыграть сильную роль? Через военную помощь Украине, через интеграцию Украины в Европейский Союз, в НАТО. Европейский Союз – это значит успех экономический и социальный. Членство НАТО, членство Украины в НАТО, я говорю, это не только для того, чтобы усилить безопасность Украины. Она сама борется очень сильно. Нам нужно приглашать Украину, просить Украину, чтобы она стала членом НАТО. Потому что усилила НАТО, но я вижу в этом тоже очень мощнейший сигнал России. Да, мощнейший сигнал России, российскому обществу, что забудьте про все свои мечты о восстановлении Украины. Украина ушла, все. Империи. И империи не будет. И вот в этом плане я вижу, что, ну, что мне важно очень. Как там будет с российским обществом, какие сигналы они принимают, насколько вот российская оппозиция сумеет доказать, что действительно перемены нужны, это один вопрос. Второй вопрос, который мы тут с этой конференции пытаемся решить, это как убедить Запад,
что действительно демократия в России возможна. Потому что я вижу даже вот в самое ближайшее время проблемы, которые могут возникнуть, если в Западе не будет достаточной веры в альтернативу, в перемен. Во-первых. И мы это уже так, ну, полуслышим, полу как бы интуитивно понимаем. В некоторых западных странах озабочены, куда может привести, как будет развиваться Россия, если Украина действительно, как вы говорили, не только победит, но разгромит. И тут возникают самые разные вопросы. Так, может быть, Россия там пойдет в хаос, смута, коллапс и тому подобное, потеряна контроль над ядерным вооружением, и тогда появляется боязнь, если в этих столицах не верят как раз в то, что это откроет возможность для демократической перемены. Когда появляется вот такая боязнь, а куда пойдет Россия после такого разгрома, тогда возникает вопрос, а может быть не надо, чтобы Украина так победила, может быть давайте приостановим там вооружение, и тогда давайте, может быть, пойдем быстренько на какие-то переговорчики там, насчет мира и тому подобное, потому что все равно демократии в России не будет, значит, придется жить с тем, вот, что есть, и лучше, чтобы так и осталось, как есть, и там, чтобы не стало бы хуже. Вот в этом плане я вижу, что наша забота и наша задача, когда мы хотим помочь, и, потому что это, опять же, вопрос для нас, успех Украины, это ну, опять же, составляющая того, чтобы на европейском континенте появилась действительно и постоянный мир и тому подобное. Вот когда мы говорим про то, как помочь Украине, так оказывается, что нам надо еще доказать Западу, что возможна демократия в России. Да. Вот как раз это наша работа на этом западном фронте. И я хочу спросить его как раз про Запад. Я вчера возвратилась из Бразилии. Меня приглашал представительство Европейского Союза, и я была таким голосом этого взгляда насчет того, что надо не бояться разгрома России, в первую очередь помощь Украине. А там, как знаете, такой... большинство политиков, они думают, что надо вот скоро начинать переговоры сейчас уже, и все, мир придет. И еще одно. Мы 4 месяца тут, вот в нашей политической группе Европейской народной партии, работали над нашим документом насчет членства Украины в НАТО. И открылся такой диалог, очень хороший, кстати, хотя и нелегкий, жаркий был. Западная часть Европейского Союза и наша часть Европейского Союза. Те же самые аргументы, которые были и в Букареште в 2008 году. Но вопрос мой и то, что тут есть на Западе много еще люди боятся. Наш аргумент был, смотрите, украинцы не боятся. Почему вам боятся? Но все-таки насчет ядерного оружия. Вот это одно из самых главных сейчас, вот текущего времени, какие аргументы вы бы сказали нашим коллегам, вот если были бы вы в Европарламенте, насчет этого? Как их убедить, чтобы они не боялись? Вы знаете, я вам скажу так. Россия, если мы по ней понимаем, СССР уже имела опыт поражения. Это в холодной войне. Причем он тоже сопровождался и войнами локальными, ну, колониальными, назовем их так, в Афганистане. В Бразилии этот аргумент очень хороший был. Я всегда использовала колониальный. И что же, это была мощнейшая ядерная держава. По разным оценкам от 3 до 4 тысяч, а говорят, и до 5 тысяч боеголовок. 6,5. Ну, хорошо, будем считать, что 6,5, хотя говорят, что уже и к тому моменту половина уже были не кондиции. Не исключено, да. Пусть так. И что же? Советский Союз проиграл, но не просто проиграл, он исчез. Как государство, как субъект, он просто испарился. Ну, не до конца. Не до конца. Осталась та его часть, которая в наследство ригидно сохранила за собой ощущение, что ядерный потенциал, как и тогда, является фактором издержки и шантажа. Если разгром произойдет, а мы говорим о разгроме ведь на территории Украины, мы не говорим о том, что в Москве или в Подмосковье повторится Буча или что-то, что принесено было на территорию Украины. Разгром —
это поражение в империалистической войне, которую осуществляет Кремль, понимаете, Путин и так далее, его окружение. Речь не идет о уничтожении русской нации. А где, в чем, как это должно проявиться? Это что, геноцид? Это какой-то приход сил, которые ставят собой целью уничтожения русской нации, русского государства и русской истории? Я не вижу такого. Я не вижу разгром. Мы говорим о том, чтобы вырвать это жало, потенциал имперской войны, который раз за разом все возвращается к этому. Ну, как денацификация была. Ну, понятно. И поэтому, когда мы говорим о ядерном оружии, то это бумажный тигр. Понимаете, потому что нет этих сил для того, чтобы, раз не хватило желания, возможностей в период холодной войны и крушения Восточного блока, Советского Союза, применить это ядерное оружие, с чего бы оно возникло ровно теперь. Но ваши оппоненты скажут, что вот это как крыса в углу, она опасная. А я вам скажу так, с ядерным оружием. Да, но только проблема заключается в том, что если этой крысе противостоит большой отряд крысоловов, и если он един, то нет такого соблазна. Она ищет, продолжает. Так значит, надо, чтобы не боялись крысоловов. Конечно, они должны быть решительны. Чем жестче действуют те, кто противодействует этой крысе, пусть даже загнанной, тем выше вероятность того, что силы и возможности у этой крысы будут ничтожны, понимаете? Надо вырвать эту дудочку, которую Ганс, точнее, наоборот, дать эту дудочку, где Ганс этих крыс, значит, топит всех, ну, давайте тогда слово здесь этому. Ключевой вопрос позиции Китая и Индии. Дело в том, что Китай прямо публично, неоднократно устами своего главы Си Цзиньпиня заявлял, что он не только против применения ядерного оружия, он против даже разговоров о ядерном оружии. И в Москве он подписал соответствующую декларацию, которую, правда, Путин нарушил и сразу потащил ядерное оружие в Беларусь. То есть, ну, китайцы, видимо... Но они публично, индусы и китайцы, это два главных внешнеполитических партнера, экономических партнера путинского режима сейчас, включая и плюс еще Турция, они категорически против применения оружия. Работа здесь нужна с Китаем. Его позиция будет главным сдерживающим фактором. Второй момент. Сила коллективного Запада – сдерживающий фактор. Неизвестен реальный потенциал российского. Если он такой же, как у всей российской армии, то, во-первых, ядерная угроза сильно, сильно уменьшена от российской армии. Там половина, наверное, или какая-то часть уже просто недееспособна этого оружия. Потому что поддержание его в рабочем режиме – это огромное средство, специалисты. У меня большие сомнения насчет его реальной боеспособности в том количестве, которое они презентуют. И, во-вторых, ну, коллективный Запад обладает потенциалом даже конвенционального сдерживания намного больше, чем российские возможности по применению ядерного оружия первыми и успешно. То есть они заранее, Запад заранее увидит, Запад заранее может отреагировать, объединившись с Китаем и Индией, способны погасить эту угрозу. Эти разговоры нужно вести. Теперь, что касается оружия ядерного, чисто с военной точки зрения. Оно делится на стратегическое и тактическое. Стратегическое они применять не станут, потому что любой пуск ракеты стратегической, непонятно, куда он летит, а вдруг на Вашингтон или на Пекин. Будет реакция соответствующая, немедленно и быстро, даже просто при подготовке к пуску. Там будут соответствующие сигналы, посланные в Москву, самые нелицеприятные. Да, я думаю, что там горячие головы очень быстро успокоятся. Тактическое ядерное оружие не может быть, ядерное оружие вообще не может быть оборонным, оно может быть только наступательным. Для того, чтобы тактическое ядерное оружие применить, нужно за ним иметь конвенциональный наступательный потенциал, который воспользуется результатами применения ядерного оружия. А этого потенциала нет, мы его уничтожили. Но может быть такая месть просто? Он может психологически, как в качестве психологического давления. Один из сценариев, который рассматривается, удар по острому змеиному пустому, демонстративно, в надежде, что мы испугаемся. Теперь смотрим. Мариуполь выглядит так, как будто по нему применили, наверное, 15 таких тактических ядерных боеголовок. Мы испугались? Нет. Там убито только официально не меньше 25 тысяч гражданских. Но тут, может быть, на Западе испугались. Но так главное, чтобы Украина не испугалась. Да. Запад не воюет, Мы просто станем злее, мы будем воевать еще более мотивированно. Вопросы, которые... И нам нужно просто будет дать средства разгромить. От применения 1-2-3 зарядов ничего не даст. Они никак не повлияют на нас ни психологически, ни в военном, ни в экономическом отношении. А любое применение большего количества зарядов, чем опасно для России самой? Тем, что это уже ядерное, радиоактивное заражение территории Беларуси и России, где 100 миллионов россиян живет. А ему же не жалко россиян. Он пришел в власти, когда убивал людей. И вот тут главный аргумент. Человек, который строит дворцы с золотыми ёршиками для туалета, делает подтяжку лица и садится на противоположный стол со своими собеседниками, не будет затевать войну, которая приведет к его самоубийству. Он не для этого живет. Не для этого все это омоложение. Но где ему жить после поражения такого? Ну,
я думаю, комфортабельной тюрьме где-нибудь в Европе, где Милошевич жил. Ну хорошо, вот видите, как много надо обсуждать, хотя многие ведь слушают вас очень часто, и те же самые подобные темы обсуждаются, но все равно хочется обсуждать, говорит. Для таких финальных наших слов. Я сама еще больше, чем в начале, в это утро, когда Путин это начал, моя первая мысль была, что это начало его конца. Не знаю почему. Тогда ведь не знали мы, как будет, что случится, но у меня вот такое было ощущение. И сейчас уже ясно, что он поражен в Украине, он не сможет Украину взять, это просто убивает только сейчас. Но как долго это продолжится, мы не знаем. Слава Украине и спасибо вам большое, потому что без этой храбрости не было бы и этой встречи сегодня тут, и российской оппозиции, и других. Я могу сказать, что без вашей помощи не было бы этой встречи тоже. Да, знаете, но как бывший, ну не бывший, у меня диплом есть еще, я доктор, врач по специальности, то я вижу ситуацию сейчас как открытая опухоль. Эта открытая опухоль, она еще кровотечит, там очень много всего такого грязного, но все-таки она открыта и есть будущее. Динамика в общем позитивная. Да. Хуже было бы, если бы этого не было. Если, конечно, лучше было бы, если в 2014 году уже открывали эту опухоль все вместе, и Запад, и мы все вместе. Но, к сожалению, так не бывает в жизни. Итак, ваши финальные, как бы сказать, слова для тех, которые нас слушали. А вы знаете, а я вот почему-то и не знаю, то ли потому, что я искушен в смысле русской политики, то ли потому, что я, может быть, с исторической точки зрения на это дело, или с онтологической, я был убежден, что это точно конец, и что ничего не выйдет. Ну, во-первых, потому что это уже очень долго продолжается. 20 с лишним лет, знаете, за одну человеческую жизнь это долговато. Вот. Это раз. А во-вторых, ну, знаете как, с точки зрения религиозной мы же верим, что добро побеждает. Поэтому не может же это зло заполнять собой все пространство и по времени, и по территории, и так далее. Рано или поздно оно должно сгореть в этом во всем, так сказать, чистилище. А вот с политической, практической точки зрения, так было же понятно, что они же разрушили все, они разграбили все. Почему все институты, почему все сферы жизни, а я сам лично это наблюдал, были разграблены и разрушены, почему это не должно было коснуться армии? Откуда была эта уверенность в том, что армия – последний бастион, институт, который позволит им этот решающий… Чистая, пушистая. Конечно, что они выиграют только поэтому. И поэтому я, собственно, предрекал отчасти этот результат, этот исход, этот финал, да, поэтому я как раз глубоко убежден, что мы находимся уже в точке выхода из этого всего положения, так что в этом смысле я оптимист. Да, Алексей, а потом Андрюс как... Те, к кому вы обращаетесь на Западном фронте, западной политики, которые хотят business as usual там, и так далее, они не понимают одну очень важную вещь. Те, с кем они хотят иметь старую политику, старую экономику, уже не существуют, их нет. Они уже умерли, они это поезд, который, горящий поезд, который едет по инерции в пропасть. Все, его уже нет. Для примера, российские войска вторглись в Украину, 3400 танков. По самым скромным оценкам, мы уничтожили все танки, которыми они вторглись. Она даже свой военный потенциал, потенциал военной угрозы не сможет восстановить, тем более под санкциями в ближайшие 10-15 лет. Это огромный исторический срок в современном мире. Исходить надо из того, что путинский режим проиграл, он лишен своего потенциала. Вооруженная сила, шантаж вооруженной силой был главной основой российской внешней политики. Теперь этого потенциала просто нет. И они не смогут строить внешнюю политику с теми людьми и экономику так, как они строили, потому что этого тоже всего уже нет. Им нужна выработка нового мышления, которое есть у вас и нету у них. Им нужно совершить свою перемену. Я как человек, который был в трехсторонней контактной группе в нормандском формате,
прекрасно, с 2014 года все это наблюдал, я прекрасно знаю, что есть соблазн веры в то, что, ну, хорошо, это очередная флуктуация, а дальше будет все как раньше. В Украине даже до сих пор, несмотря на всю травму войны, очень многие люди верят, что новый послевоенный мир – это возвращение 23 февраля. Месседж основной – 23 февраля никогда уже не будет. Не будет ни тех политических схем и союзов, не будет ни тех экономических союзов, не будет военных гарантий. Путин вот вышел из договора про ограничение обычных вооружений в Европе, он последовательно разрушает все договора, которые заключили 70-е, 80-е годы для стабильности мира в Европе, поэтому нужно строить новый мир, новую архитектуру безопасности, которая не будет включать в себя ни одной старой схемы. Ялтинско-Потсдамский мир не существует, мир Хельсинских соглашений 75-го года не существует. Нужно новое, и лучшее, что они могут сделать, понять этот факт и заняться созданием новой системы безопасности в Европе. Ну, много работы нам на этом фронте. Безусловно, но поэтому я всегда и говорю, что не все сводится к Восточному фронту, да, что да. Западный фронт ничуть не менее важным, а в далекой перспективе как бы может где-то по некоторым аспектам и важнее. Но слава богу, после 24-го нас уже прислушивается. Да, так что... есть такое. Хотя мы и маленькие. Но, да, Андрес. Я скажу, знаете, здесь как-то все вспоминаем свои юные дни, бывшую профессию, врачи и тому подобное. Я вспоминаю, что я был физиком когда-то. И я смотрю, как говорится, на какие явления здесь проявляются. Вот в том, что мы видим сегодня. И мой ответ очень простой. Я вижу то, что я называю, ну, опять же, так громко и амбициозно, но геополитическую реконструкцию восточной части европейского континента. Это происходит, ну, так скажем, натурально, конечно, с трагическими последствиями, с войной и тому подобное, но вот нормально страна идет со стороны Запада на восток. Медленно, вот мы первые там убежали, да. Потом вот... Украина Империя через два Майдана, там Грузия пошла, Армения даже как-то. Все это продвигается, это будет идти дальше. В этом сыграет очень большую роль, во-первых, Украина. И не только победа, и не только восстановление, но и интеграция, членство в НАТО, членство в Европейском Союзе, это будет иметь самое большое влияние. И это будет влиять на развитие, дальнейшее развитие России. Для меня вопрос стоит очень простой. Какую роль во всем этом процессе сыграет Запад? Он меняется, но я пока что все еще не вижу. Вот для такого, как я говорю, геополитической реконструкции нужно лидерство. Да, он не ведет проактивной политики. Да, он не ведет. Ну и тогда у меня надежда какая? Я вот занимаюсь, здесь мы делаем эту конференцию с российской оппозицией, мы имеем такой форум «Друзей Европейской России». Но с другой рукой мы и полностью тоже занимаемся Украиной. Вот у нас создана эта сеть парламентариев United for Ukraine, объединенная для Украины. У меня чувство такое. Вот это десятилетие я называю для себя. Будет десятилетием Украины, победа, восстановление, интеграция. Следующее десятилетие – это уже явные перемены в России. Но может быть тогда, и параллельно? Да, параллельно, но... Я бы так сказал, ну вот начнется параллельно, но проявится уже полностью это следующее десятилетие. Для меня так проще, как физика, вот, сделать такие. И тогда действительно я вижу, что вот кто показывает сегодня лидерство? Вот Алексей, Марк, вот это то лидерство, которое нужно Европе. Да, и правильно. Поэтому мы с надеждой и с такой реальной надеждой, смотрим, что вот Алексей в 29-м году, по всем нашим расчетам, Украина уже будет членом Европейского Союза, Алексей приходит в Европейский парламент, и мы тут дальше строим новую Россию. А я, насколько знаю, Марк будет уже генеральным прокурором России тогда. Это будет существенно облегчать процесс. Слушайте, и будем встречаться, то ли мы уже будем постарше, и будем встречаться то ли в Брюсселе у вас, то ли в Москве у вас, а и этот маленький Вильнюс или Литву тоже не будете забывать. Там нужно бывать как можно чаще. Да, ну все, на этом мы заканчиваем. Спасибо большое. Спасибо. Мне спасибо это большое. Честь была с вами беседовать. И всего хорошего. Слава Украине! Героям слава!